Рейды с контрольной закупкой проходят два раза в месяц. И вот результат. В числе нарушителей – аптека в непосредственной близости от больничного городка. Теперь эти предприятия посетит другой контингент – сотрудники прокуратуры. Такие меры не излишни на кону здоровья подрастающего поколения. Рядом там с клумбой 15-й гимназии наркоманы там ищут закладки. И мы правильно, мы должны стимулировать людей к тому, чтобы они выходили на нас, сообщали, где такое безобразие творится, и чтобы мы быстро реагировали на то, что зачем нам вообще на территории такое, а тем более рядом со школой. В городе была разработана программа «Сочи вне зависимости». Однако, как выяснилось в ходе совещания, не все ее направления работают. Так, в двух районах сменились опытные координаторы районных советов профилактики. Новых нужно учить. Ирина Романец потребовала от ответственных за эту программу управления безотлагательно включиться в процесс. В течение месяца во всех районах должны пройти профилактические мероприятия. Отчиталась о своей работе и полиция. В ходе рейдов по ночным клубам выявлено 6 сотрудников этих заведений, которые находились под влиянием наркотиков. В центральном районе изъят килограмм марихуаны. А в Адлере мужчина заботливо выращивал кусты конопли. Чтобы обезопасить молодежь, в школах открыты кабинеты профилактики. Занятия там ведутся с учениками 5-11 классов. Однако школ больше 70, а кабинетов всего 15. В этом случае учреждениям поможет муниципальный центр диагностики и консультаций. Помимо этого, педагоги отправятся в гости к новичкам, чтобы проверить, состоят ли прибывшие недавно в Сочи семьи в группе риска. Это просто надо с этим выстрелить.